Привет, дорогие друзья! Меня зовут Тайна НЛО, и тайна сегодня будет очень интересная. В общем, дорогие друзья, вы сейчас посмотрели три необычных видеосюжета, которые были засняты. Три неопознанных летающих объекта, которые попались на видеокамеру. Вы спросите, Тайна НЛО, а почему они именно проявляют свои действия именно на Земле? Почему не в космосе? Почему на других местах галактики, а именно на Земле? Дорогие друзья, посмотрите на нашу космическую карту, и вы увидите много интересного, что нас окружает, что рядом с нами и что творится по всему галактическому миру. Не знаете? А я вам сейчас все расскажу. Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца. Если у вас вопросы есть, оставьте их на этом видеоролике. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ну а мы, дорогие друзья, начинаем. Первый сюжет, который был заснят, дорогие друзья, я вообще шокирован был вам показать. Этот видеоролик был сделан в Сербии. Три неопознанных летающих огромных объекта пролетели мимо очевидца. Все, конечно, просто и непонятно, но почему люди видят необычно и считают, что это все-таки фейк? Давайте мы с вами разберемся. Кто-то из вас здесь по-настоящему видел НЛО. Если кто-то видел, пожалуйста, поставьте плюсик. Кто не видел, поставьте минус, чтобы я знал, сколько вас собирается на этом видеосюжете. Ну и дальше, дорогие друзья, что самое интересное, НЛО дает себя заснять не просто так, а дает показать, что они существуют, как и существуют люди, они, как вы думаете. И что происходит дальше? Три неопознанных летающих объекта пролетают мимо этого очевидца и исчезают в куче облаках. Конечно, это очень странно с их стороны, признавая о том, что люди не верят то, что видят. Но самое главное не то, что люди не верят, а именно то, что люди другие верят в то, что видят, но они молчат про это НЛО. Да, конечно, все странно и, конечно, все непонятно, но есть еще один видеоролик, который был заснят очевидцами. Я это местоположение не буду вам раскрывать, а именно только покажу. Посмотрите внимательно этот видеосюжет. Сбили НЛО, в том месте появился огромный космический корабль, что на самом деле и дает очень большую разницу в том, что этот НЛО начал, дорогие друзья, сканировать местность. Посмотрите, на нем установлен какой-то необычный луч, который он идет и сканирует через облако и даже через, дорогие друзья, через леса и поля. Такого вы, конечно, спросите, не видели. Ну а тут не самое странное о том, что это, дорогие друзья, было снято военными. Как вы думаете, какими? Я говорить не буду, потому что это большая тайна. Но говорят, что этот космический корабль нашел сбитый НЛО. Вы представляете, две попадания ракеты и НЛО рухнуло. Конечно, мы можем не верить в это, мы можем только ссылаться на то, что это вранье. Но как вы думаете, дорогие друзья, это тоже вранье? В облаках скрывается и какой-то неопознанный луч чистит, а именно подсканирует все пространство. Конечно, мы с вами считаем, что это неправда, и не будем считать. Но это, дорогие друзья, еще не все. В другом месте случилось еще одно интересное явление, а именно, дорогие друзья, в Грузии. Конечно, вы спросите, а что там тайна НЛО могло случиться?
Там не только могло и случиться, там и произошло. Говорят, грузинские люди видели в небе яркие вспышки, и их очень много было. Но потом, через несколько дней, они увидели лесники в небе яркий луч. Этот луч напоминал, как знаете, священный там Божий луч, но это не был священный Божий луч. После него открылся, оказывается, портал, и оттуда вылетел огромный космический корабль. То, что вы сейчас наблюдаете, это, дорогие друзья, и есть космический корабль. Конечно, мы привыкли видеть все странное, да и необычное привыкли. Но сами посудите, что вы видите, когда вы знаете, что это НЛО. Конечно, вы не побежите там друзьям рассказывать, а я видел НЛО. Или все-таки побежите. А может, когда вы покажете этот видеосюжет, вам скажут, ты что, дурачок? Что ты показываешь? Это неправда. Но это, дорогие друзья, чистая правда о том, что мы с вами знаем, что НЛО есть, и само название НЛО существует. До сих пор люди не могут поверить только одному, почему НЛО не начинает вторгаться в наше пространство, а именно захватывать. Есть множество интересных научных статей, где ученые рассказывают, что НЛО уже среди людей. То, что вы видите в YouTube, то, что вы видите, как у человека меняются глаза, так же, как у рептилоидов. Они, дорогие друзья, не как у нормальных, а именно через насквозь. Все правильно получается о том, что среди людей находятся пришельцы. И эта раса как раз и управляет теми людьми, которые превосходство, дорогие друзья, не в вооружении, не в экономическом, а именно в научном. Так что ставьте лайк, дорогие друзья, и досмотрите этот видеосюжет. Ну а так, с вами был Тайна НЛО, и что я мог с вами поделился. До новых встреч и всем пока-пока.